Девятка против полицейского авто. Такая погоня произошла в Хирино. В 2 часа дня патруль дал сигнал остановиться водителю УАЗ-2109. Нарушитель сначала послушался, а потом решил дать по газам. Сотрудники ДПС отправились в погоню. Водителю удалось поймать в поселке Шахманово. Водителем автомобиля оказался 17-летний подросток, не имеющий права управления транспортными средствами. По фактам нарушений несовершеннолетним сотрудниками госавтоинспекции возбуждены дела административных правонарушениях. Свой поступок подросток объяснил тем, что испугался сотрудников ГИБДД. А доступ к авто он получил от старого владельца. Теперь ему грозит денежный штраф. Это самое яркое событие прошлых суток. За 25 января не зафиксировано ДТП, в которых пострадали или погибли люди. Теперь остается сохранить такую статистику. Сделать это будет непросто, ведь по сообщению гидрометцентра на Рязань надвигается непогода. Снегопад и, как следствие, говорят специалисты, обледенение проезжей части. В связи с данными фактами госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям строго соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и интервал между автомобилями. Необходимо отказаться от рискованных маневров, так как это может привести к потере контроля над управлением автомобилем. Осторожность требуется и от пешеходов. Следует быть внимательными на пешеходных переходах, так как на зимней дороге тормозной путь автомобиля куда больше. Валерий Седов, телекомпания «Город».